Друзья, всем привет! Сегодня хочу показать распаковочку Сиель. Я знаю, что вы любите смотреть распаковки заказов, поэтому сегодня именно Сиель. И в связи с тем, что пошли хорошие заказы по Сиель, и с чем это связано, я вам тоже сегодня расскажу. Вы уже знаете, я вам рассказывала, что компания Сиель — это тоже русский бренд. Они присоединились к Siberian Wellness, Сибирское здоровье. И в ноябре месяце это будет полностью, то есть теперь бренда как такового Сиель уже больше не будет. И останется теперь только вот, они останутся в Сибирском здоровье. Как это, что будет, еще точно никто не знает. Но им, компании, нужно распродать все, что у них имеется и осталось на складе. А это значит, идет ликвидация товара. А это значит, идут хорошие, классные, горячие скидки. И то, что сказать, они маленькие, цены маленькие, это ничего не сказать. Хочу с вами поделиться продукцией, которую у меня заказали клиенты. Хочу показать подробно, рассказать про каждый продукт. Что-то я уже сама потестировала, попробовала и буду еще заказывать. То есть весь октябрь еще будут такие скидки. Но смотря на что, товаров уже все меньше и меньше там остается. И все, из ноября месяца уже больше косметики это точно не будет. Не будет, опять же скажу почему. А потому что компания Siberian Wellness Сибирское здоровье — это эко-продукция, натуральная, 98,9% натуральных компонентов, вся идет продукция. Ну а в Сиеле не совсем идет натуральные компоненты. Где-то что-то все равно добавочки есть. Поэтому, скорее всего, останется только парфюмерия от Сиель. Поэтому, девочки, смотрите, кому что актуально. Пока еще есть такая возможность, такой шанс, можно заказать еще. Весь октябрь мы можем еще позаказывать эту продукцию. И заказывать могут только партнеры. Сами вы не сможете заказать, если вы не партнер. Но если вы зарегистрируетесь партнером, то да. Вот. Так что пишите мне, оформим заказ. Заказ оформляю в любые города. Так что, ну а теперь будем смотреть, что же пришло вот в этой посылочке. Давайте будем подробненько смотреть. И первое, что хочу показать, то, что заказала себе, и заказали девочки также у меня, то, что я уже протестировала, это вот такой крем для лица U-Shape. Это идет на омоложение, на лифтинг лица. Что я вам хочу сказать? Очень понравился текстура. Идет такая, лицо увлажненное, напитанное, как шелк. Вся продукция идет заслюдированная. К ней еще вот такая вот сыворотка. Я тоже взяла ее. Это у меня девочка заказала, я не распечатывала, покажу свою. Вот такая вот еще сыворотка. Вот, серия одна из самых дорогих Сиель. Сейчас цена этой баночки 1120 что-то там рублей. Стоил этот крем около 3000 рублей. Вот, заметьте, какая скидка, да? Все идет запаковано, заслюдировано. Это уровень европейской такой упаковки, потому как компания Сиель работала с французской франшизой, поэтому все было. Все и было, и есть по европейским стандартам, все запаковано. Тут сейчас открою, смотрите, вот такая вот, тоже зафольгировано все. И вот такой крем, который я уже немножечко тут брала. Вот. Одушка, просто французские духи, запах такой. Ну, такой легкая текстура, запах нравится вообще. Легкая текстура такой. И сразу питание, вот сразу питает, он настолько вот напитывает кожу, сразу вот идет, вот это, особенно у кого сухая кожа, это сразу чувствуется, у меня тип кожи сухой, поэтому мне крем очень понравился, рекомендую, присмотритесь, пока еще есть наличие. Также к нему шла вот такая вот сыворотка, вот такая вот она шла, запечатанная, такая в слюде, это я распечатала, и тут немножечко уже использовала. Тоже, девочки, идет такая вот розовая, перламутровая такая текстура. Обалденная. У нее уже такая легкая такая душка, легкий. То есть, девочки, кому... Так что, девочки, присмотритесь, кому актуально. Обязательно закажите себе. Вообще, ценник этой сыворотки стоил в начале 1800. Сейчас, так на минуточку, 550 рублей она стоит. Всего две капли надо, она хорошо распределяется, хорошо разносится, питает. И вот, вот этим, с этим кремом очень хорошо работает. Все мы знаем, да, что сыворотки это работает глубоко на дерму нашей кожи, да.
крем питает поверхностный слой кожи. Это на глубокие слои кожи. Поэтому без сыворотки никуда. И все работает вместе с кремом. Тем более сейчас скидки. И повторюсь также, если вы не бизнес-партнер компании, вы не можете заказать. Заказать могу только вам я. Обращайтесь, пишите, все закажем, все оформим. Дальше, если продолжить тему кремов, то вот такой эксфолиант Pro Beauty Bio заказали, тоже в заказе был. Не могу открыть, показать, потому что заказ, да, сами понимаете. Что-то там всего 200 рублей, около 200 рублей. Стартовая цена была 500 рублей этого эксфолианта. Дальше из этой серии Pro Beauty Bio также заказал увлажняющую масочку для всех типов кожи. Это себе, это могу показать. Могу показать. Вот такая вот густая. Андушка, ну травками пахнет. Еще не пользовалась, не могу сказать. Но она идет на питание, на увлажнение. И так как она идет по распродаже, всего 250 рублей, стоила 500 с лишним рублей, поэтому почему бы и нет, почему бы не попробовать, протестировать. Будем пробовать, девчонки, заказывайте. Вот. Что дальше? Ну, вот такое вот гидрофильное, тоже не могу показать, тоже заказала девочки. Гидрофильное масло от Сиель. Это такая классная наша умывалочка, гидрофильное масло, которое увлажняет, которое снимает хорошо косметику, остатки косметики. Очень хорошие отзывы. Смотрела видео, где девчонки также отзывались. Она густая такая, белой консистенции. Ну вот спрошу, девочка взяла, спрошу, как вообще ей понравилось, нет и что. То есть спрошу ее отзыв. Такая вот в заказе укрепляющая двухфазная сыворотка. Такой спрей для волос. Нежно-розовые. Ну, все, видите, все заслюдировано, все запечатано, все хорошо запаковано. Тут, конечно, не докопаешься, все. Поэтому я вам не могу, девчонки, показать, так как это заказик. Укрепляющая двухфазная сыворотка, спрей для волос, спа. Серия спа называется. Тоже все это было дорогущее, сейчас идет по распродаже около 200 рублей. Тоже по сывороткам, да по всей продукции хорошие отзывы, потому что продукция действительно тоже достойная вся. Кому что актуально, конечно, присматривайтесь, заказывайте. Также для лица Pro Beauty тоник. Вот такой, ну тоник, конечно, смотрите, он идет с такой, с дозатором. Очень дорого смотрится. Pro Beauty Bio тоже тут идет для всех. Для всех и особенно для сухой и чувствительной кожи. Вот такой тоник. Наверное, надо будет себе заказать. Очень, очень понравился такой объемчик. 150 мл тут. По объему 150 рублей всего. Всего лишь 150 рублей. Смотрите, девчонки, насколько хватит надолго. На очень долго хватит. Присмотритесь. Такая голубая жидкость. Вот. Показать не могу. Все запечатано. Заследировано. Вот. Смотрите. Так, что вам показать еще для волос? Для волос. Такой спрей для объема волос. Женщина попросила. С кератином. Это профессиональная косметика. Профессиональная косметика. Также все заследировано. Так как сейчас будут одеваться шапки, осень уже, да, все под шапкой это приминается, особенно у кого волосы тонкие, жидкие, то ничего и следов никаких не остается, да, от лака, то, что брызгаешь. Вот эта вот штука, она хорошо держит объем. Поэтому женщина услышала и заказала, посмотрела тоже отзывы, но я порекомендовала ей что-то для объема. В первую очередь вот этот, вот это вот такая вот вещь. И, кстати, тут также большой тут объемчик, 150 мл, хватит надолго. Вот это масло 9 в 1 с кератином, я заказала себе. Очень давно смотрела на него, и цена была 700 рублей на это масло. Сейчас оно идет по распродаже 470 рублей, вроде бы так, 400 с лишним. Вот, 150 мл объем. Девчонки, попробовала, мне очень понравилось. У кого волосы непослушные, волнистые, запах... Я бы не... Ну, запах классный, но он долго на волосах не остается. Кто не любит вот эти все запахи, с духами смешивать, нет. Не волнуйтесь, запах быстро выветривается. Но вот эта вот текстура влажности, вот эта вот послушных волос, она остается надолго. Так что присмотритесь. Вот такой вот. Он идет как с дозатором. Наливаешь, сколько тебе нужно. Разгоняешь это масло до тепла и наносишь на волосы. Вот такая штука. Это проверила, буду заказывать еще себе в запасы. Мне понравилось. Вот такую вот масочку от Перхоти заказали. Это серия Zone Comfort. Это дорогая серия.
Маска заявляет, что очень хорошо очищает голову, устраняет перхоть и препятствует ее новому появлению. Так что, смотрите, все опять же заслюдировано, запаковано. Вот. Объем тут идет 250 мл. То есть такой, ну, объемистый такой тюбик. Хватит его надолго. Вот. Вообще эта серия, там много у них чего. Там и капсульная серия для волос, и шампуни, и кондиционеры. И много-много-много для волос. Много уже чего нет. Кое-что осталось. И в том числе вот эта вот маска от перхоти. Также еще есть. Читаю, да. Все по-русски написано, что-то по-нерусски, но все практически все на каждом пузырьке все написано по-русски. Текст читается все. Так что тоже присмотритесь, кому актуально. Девочки, смотрите, присмотрите своим мальчикам. Это мужская серия. Вот такой вот шампунь. Тут шампунь и гель 2 в одном. Стоил что-то около в районе 500 рублей. Сейчас 260 что-то. Что-то так, 200 с лишним рублей. Также вот такой еще гель. Это успокаивающий бальзам. Бальзам после бритья, не гель, а бальзам. Вот такая вот мужская серия. Идет тоже распродажа на нее. Еще пока есть, девчонки. Пахнет таким, знаете, вот прям таким брутальным таким мужчиной. Не каким-то там что-то сладеньким, что-то там это. Нет, вот прям вот классная такая мужская серия. Достойно. Мне понравилось. Я протестировала. Очень понравилось. Так что, смотритесь тоже. Дальше. Вот такое вот мыло для интимной гигиены. Заказала себе, хочу попробовать. В Сибирском здоровье брала, мне очень понравилось. Хочу попробовать в Сиеле, пока еще есть, и сравнить. Вот такая вот зелененькая. Кстати, я могу распечатать сейчас, показать вам. Это же мне. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Так непривычно все запаковано. Европейские стандарты. Такое кредо компании. Такая у них. Такие правила. Итак, смотрите, вот такое вот, такое вот густое, густая, да, густое мыло. Запах такой нейтральный, чем-то зелененьким, зеленью какой-то пахнет, зеленью приятно, зеленым чаем, вот, девчонки, зеленым чаем пахнет, ну классно, густая, классно, хватит надолго. Объем тут идет 200 мл, вот. Смотрите, вот такой вот. Ну, большой, хватит тоже надолго. Взяла, пока идет распродажа, что-то он там 300 рублей в районе. Стоил также 500 рублей. Мягко, деликатно очищает. В составе тут идет мать и мачеха, центелла азиатская. Вот, и молочная кислота. Ну, хочу попробовать сравнить. Так что, девочки, кому актуально, пожалуйста. И смотрите, вот такой большой бутылек, его хватит надолго. Сиель. Также, если продолжить тему крем-геля для интимной гигиены, был в заказе еще вот такая вот гель-смазка для интимной гигиены, всего 100 рублей. Не знаю, бергамот, иланг-иланг и пачулия. Вот такое даже есть в компании Сиель. Интим-гель-смазка. Кому актуально, кому нужно тоже так же, всего 100 рублей всего лишь. Идет распродажа. Вот. Девчонки, так вот сейчас вам покажу. Много также было всего. Это и корректоры. И праймеры, корректоры под глаза. Всего по 100 рублей, по 80 рублей идет распродажа. Вот этот вот праймер, что-то там 150 рублей, 170 рублей. Он стоил 400 рублей, этот праймер. Вот. Также тени для бровей. Тени для бровей тоже там что-то копейки. Ну, вообще декоративка тоже классная в Сиеле. Это я точно знаю. Я брала себе раньше, мне всегда нравилось. Вот, кому актуально, девчонки, берем, пишите, все оформлю, все отправим. Сами вы не можете отправить. Сейчас компания Сиель присоединилась уже к Сибирскому здоровью. И там смогут только заказывать бизнес-партнеры. И опять же, это только остался один месяц. Все распродается. Скидки, ликвидация до 70%. Больше декоративной косметики уже не будет. Будет только парфюмерия останется. Так что поторопитесь. Да, еще вот такой вот карандаш для бровей. Карандаш классный. Я брала себе тоже, мне очень понравился. Карандаши разные, там коричневые, черные, но там уже много, конечно, и нету. Это повторила себе вот такую вот подводку под глаза. Подводку под глаза, которую я наношу каждый раз. И без подводки я вообще не могу. Глазки надо, чтобы выделить, подчеркнуть. И без жидкой подводки я не могу. Поэтому попробовала в Сиеле, мне понравилось. И повторила еще. 150 рублей вместо 400 рублей. Так что вот так. Пробники, девчонки, сейчас покажу. Пробники духов. Вот такие вот, смотрите, какие шикарные. Такие вот
шикарные, достойные. Это мужские. Это мужские. Я заказала на пробу. А так как сейчас будем заказывать парфюмерию Сиель, останется только парфюмерия, поэтому будем уклон делать на парфюмерию и тестировать, и знакомиться с Сиель. Вот. Вот такие вот шикарные пробники идут спреем. Вот, смотрите. Классно. Это я взяла себе посмотреть. Абсолют Эго. Очень хвалят. Мужчинам нравится. Абсолют Эго и Абсолют Эго Нео. Вот такие вот. Абсолют Эго Нео. Мужчины пищат. Говорят так. От этого прям балдеет. От этого вот прям. Там 95 миллилитров. Флакон огромный. Сейчас идет 2800 цена. Правда, Нео пока нет в наличии. Есть только один Эго остался. Но тоже классный аромат. Тоже классный. 95 миллилитров. 2800 вместо 3,5. В Сибирском здоровье. У нас дорогая парфюмерная вода. Там ценники 4-5 тысяч. Так что Сиель — это ароматы брендовых, ароматы мировых брендов. Вот так вот правильно. Ароматы мировых брендов. Это я вам уже тоже говорила. Также девчонки заказали вот кучу пробников. Еще тут у меня всяких пробников. Пробники приходят все запечатанные. Все хорошо, прям резинка перекрученная. Все это в целлофане, все это замотано было. Посылка вся там в плотной такой бумаге. Все это. То есть я вообще в шоке. Все доходит буквально за 4 дня. Первым классом я заказываю. Доходит за 3-4 дня уже. Посылки быстро приходят. Так что не переживайте за это, посылочки ваши. И, пожалуйста, если вы сомневаетесь, если вы не знаете, то вот, пожалуйста, пробнички. Пробники, девчонки, смотрите, пробники большие. Тоже сейчас распродажи, они идут там. По 30 рублей, по 20 рублей пробники. Стоили все по 60 рублей пробники. Ну, мужские вот эти, они такие добротные, такие спремы, объемные. Они по 60 рублей пробники вот эти. Девочки, хочу вам показать вот такую вот водичку. Аркин Сиель номер 19. Это заказ у меня был, заказала женщина. Сейчас вот на осень, на зиму. Это такой шлейфовый аромат. Это аналог мирового бренда «Императрица». Кто любит, кто знает этот аромат. Это сладкий, это вкусный, это шлейфовый аромат. Тут 24 мл идет. Но его хватит надолго. Он, ну, мало сказать, что он просто обалденный. Мне очень тоже нравится. Хочу себе тоже взять. Взяла себе пробник попробовать. Потому что в Сиеле я не пробовала «Императрицу». Взяла пробник. Действительно, стойкий, классный аромат. Так что, девчонки, присмотритесь. Пока еще тоже распродажа. Ну и у меня что осталось, это вот такой вот из уходового средства, домашнего уходового средства. Это концентрированное средство для мытья посуды. Вот таких вот два средства заказали. И он эффектно удаляет жировые и стойкие загрязнения. Подходит для мытья детской посуды, овощей и фруктов. Не сушит кожу рук. 200 рублей сейчас идет по распродаже. Отзывы вообще классные, хорошие. Концентрированное такое средство для мытья посуды. Так что все, смотрите, тоже зафольгировано, все приходит запечатано, все доходит, все. Объем идет тут, вот, смотрите, 500 миллилитров. 500 миллилитров. А с запахом идет грейпфрута. Там лимон и имбирь был, вкус его уже нет. А с запахом грейпфрута он остался. Так что тоже, ну, пока еще есть наличие, девчонки, кому актуально, хозяюшки, кому важно, не химозные вот эти все фейри, все аосы. Вот, пожалуйста, вот такие продукты пока еще есть в наличии. Вот такая еще пилочка полирольная для ногтей также была. Ну вот это и весь мой заказ по Сиелю сегодня был. Вот такая вот распаковка. Постаралась вам рассказать поподробнее. Те товары, которые запечатанные, это заказы, вы поймите тоже, я не могу открыть их. Но многие, конечно, многие, я думаю, потребители, которые уже потребляли этот продукт от Сиель, от компании Сиель, многие уже знают и цены, и составы, и результаты какие-то для себя уже знали, знают и получали, да. Поэтому, девочки, мальчики, обязательно пишите мне, звоните, телеграфируйте, кому что нужно. Еще месяц октябрь, пожалуйста, еще этот месяц можно еще заказать. Парфюмерия останется, косметика, декоративка, а потом вот эти все уходовые, значит, по хозяйственной тоже вот этой части. Ну, там остались уже гели, но я не знаю, появятся ли гели для стирки еще были, появятся ли они в октябре, не знаю, навряд ли, но посмотрим. Я еще буду выкладывать, конечно, посмотрим, что осталось. Вот, раздавайте это видео своим знакомым, чтобы они смотрели, может быть, кому-то надо.
Ставьте на ускоренную запись, кому что, если сильно долгое видео было, просмотрите, что вам важно, что вам актуально. И пишите, конечно, сами, еще раз повторю, вы заказать не можете, потому что вы не бизнес-партнер компании «Сибирское здоровье». Может заказать только бизнес-партнер компании. Либо кто-то из ваших знакомых, либо это я. Обращайтесь ко мне, все оформим, все сделаем. Так что пишите, звоните. А я желаю вам напоследок, чтобы вы были красивыми, здоровыми, и считайте ваши, экономьте ваши денежки, потому как сейчас самое время, когда идут такие шикарные скидки до 70%. Можно приобрести такие шикарные продукты с такой скидкой. Зачем переплачивать, друзья, когда можно сейчас запастись, приобрести также с мужской серии, там впереди новогодние праздники, 23 февраля, это можно запастись вот сейчас по такой бросовой цене. Так что всем всего хорошего, с вами была Наталья, всем пока-пока!